фестиваль «Музыкальный пикник» на объектах Владиславской крепости. Он проходит на пороховом погребе номер 13. Это поселок Экипажный, остров Русский. Не самый известный объект Владиславской крепости. И, собственно говоря, отчасти поэтому здесь проходит пикник, потому что главная миссия пикника – это освоение вот этих многочисленных объектов Владиславской крепости, которые достались нам по наследству Владиславу, как замечательная историческая жемчужина. Сегодня, повторюсь, второй день пикника, но сегодня нас, в отличие от вчерашнего дня, очень радует погода, поэтому людей гораздо больше. Вот. А в программе все то же самое. Замечательная музыка владивостокских и не только владивостокских коллективов. Мастер-классы от Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева и Государственной Третьяковской галереи, между прочим, тоже. Понятно, работает фудкорт, зона мастер-классов для детей и не только для детей. И абсолютно наша новая история, которой никогда раньше не было на пикниках. Это вот мы пользуемся преимуществом того, что здесь у нас рядом прям море. Мы у среза воды, берег бухты Навик, и здесь есть морская прогулочная зона. Можно взять на прокат каяки, сап-доски и даже походить под парусом под руководством инструкторов. Мне кажется, это прям такая главная фишка этого пикника, потому что, ну, впервые мы работаем, что называется, жители морского города с водой. Владивостокцы не так много знают про Владиславскую крепость, как она того заслуживает. Вот я человек, прожил больше 50 лет в этом городе, и я не то, что там не был на объектах далеко всех, я изучать то я впервые начал более-менее серьезно, буквально там 3-4 года назад. И, кстати, во многом благодаря пикнику, который я вел тогда на форте Поспелого. Вот. И это очень важная история, потому что это, вот, знаете, такое, в том числе, не побоюсь этого пафоса, воспитание вот этого нашего нормального местного локального патриотизма, потому что нужно любить то, что создавали твои предки. Это же создавалось огромной ценой.